А в День России 12 июня в Твери произошло значимое историческое событие. Одна из главных святынь Тверской области вернулась на свое историческое место. Мощи святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского торжественно перенесены из Воскресенского собора в воссозданный Спасо-Преображенский кафедральный собор. Участие в мероприятии принял губернатор Игорь Руденя, депутаты Госдумы Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, члены регионального правительства, депутаты областного парламента и городской думы и сотни православных верующих. Подробности в следующем сюжете. С утра в Воскресенском соборе состоялась божественная литургия, которую возглавил митрополит Тверской-Кашинский Амвросий. Именно здесь находилась рака с мощами Михаила Тверского. Затем по главным улицам Твери прошел крестный ход. Он завершился в Спасо-Преображенском соборе молебном перед мощами святого. Князь Михаил – покровитель тверских земель, внес значительный вклад в историю региона в конце 13 века, превратив Тверское княжество в центр политической и культурной жизни Северо-Восточной Руси. Он был первым из русских князей, кто получил титул великого князя всея Руси и активно выступал за единство русских земель. Это историческое событие происходит в День России. И нам очень важно и символично осознавать, какой исторический момент мы с вами переживаем, и в чем мы с вами участвуем. Практически 700 лет, 7 веков истории показывает, что город Тверь, впоследствии Калинин и опять город Тверь возвращается к своей многовековой традиционной жизни, к своему традиционному духовному укладу. Долгие годы мощи святого князя находились в церковном хранении. После революции и разрушения Спасо-Преображенского собора их переместили в запасники Тверского музея. Однако во время оккупации в годы Великой Отечественной войны мощи пропали. Сохранилась только серебряная рака, в которой долгие годы покоились мощи. Ковчег с мощами святого благоверного князя Михаила Тверского вернул региону патриарх Московский всея Руси Кирилл 4 декабря 2018 года. После молебна к собравшимся с приветственным словом обратился митрополит Тверской-Кашинский Амвросий. Сегодня, по милости Божией, мы стали свидетелями и участниками поистине грандиозного события в истории нашей епархии, нашей митрополии, Тверской земли всего Отечества. Перенесение мощей святого благоверного великого князя Михаила Тверского на его историческое место в присутствие Спасо-Преображенский кафедральный собор. Участниками исторического события стали представители законодательной и исполнительной власти, семьи участников специальной военной операции и многодетные, представители общественных и молодежных организаций региона, жители и гости Твери.